Ты слышишь? Нет. А что? Смотри. Больница. Конечная остановка. Пойдем, детка. Чуешь, какой ветерок? Раньше в такие дни я сидел на крылечке и бренчал на гитаре. Вот закончим со всеми делами, научу тебя играть на гитаре. Я думаю, тебе понравится. Что скажешь, а? Ну вот. Я вчера летала во сне. Правда? Да. Давай, рассказывай. Ну, я была в самолете полном народа. И все орали, как бешеные, потому что самолет начал падать. Я пошла в кабину, открыла дверь, а пилота не было. Я скорее схватилась за штурвал, но я же не умею управлять самолетом. И перед тем, как упасть, я проснулась. Я ведь сроду не летала. Странно, да? Ну, сны — дело такое. Ну ты подумай, куда не придешь? Карантинные зоны заброшены. Вот больница, о которой говорилось в записи. Пойдем, Элли. Может, тут срежем? Можно по лестнице. Ну вот. Элли. Элли. Что? Лестница. Давай. Господи. Элли! Ты куда? Элли! Элли! Смотри, скорее! Что это? Это что? Глазам не верю. Идем, скорее!
Ты видишь? Щ, не спугни. Ладно, ладно. Ты чего? Все хорошо. Иди сюда, иди. Мой хороший. Ну, подойди. Давай. Привет. Просто офигенно. Куда он? Ладно, давай, пошли. Ну, не спеши. Идем. Так. Скорей! Давай, давай, давай! Надо же! Ух ты! Красавчики! И как? Это то, чего ты ожидала? Ну, есть плюсы и минусы, но... По крайней мере, тут красиво. Мы можем отказаться. Ты ведь это понимаешь? А какие варианты? Вернемся к Томми и... просто забьем на эту хрень. После того, что было... того, что я сделала... я не могу все бросить. Слушай, ты хочешь как лучше, но деваться некуда. Вот закончим, пойдем куда скажешь. Ладно? Все равно без тебя не уйду, так что хватит уже. Прошлое попал. Почему? Сразу после катастрофы я оказался в похожем местечке. Куда ни посмотри, везде осиротевшие люди. Весь мир рухнул в одно мгновение. Ты тогда потерял Сару? Да, тогда. Я не представляю, каково это — потерять самого дорогого человека. Лишиться всего. Сочувствую. Спасибо, Элли.
Так. Сойдет. Эй, Джоэл, у меня есть подарок. Вот. Мне Мария показала, а я потом ее утащила. Надеюсь, ты не против? Давно пора понять, что от прошлого не уйдешь. Оно все равно тебя настигнет. Спасибо. В этот раз все будет иначе. Я точно знаю. Ты о чем? На этот раз цикады ждут нас. Я уверена. Волосы дыбом. Гребаная рожа. Назад. Ящик, а с него наверх. Элли, полезай наверх и сбрось тот ящик.
Ушли. Теперь не доберутся. Ладно. Смотри, не свались. Похоже, тут глубоко. Вот что будем делать потом. И что? Научишь меня плавать. Договори. Получилось! Вот, лови! Держись с краю, там помельче. Вода ледяная. Ладно, вставай сюда. Есть. Ладно, открывай дверь. Нет! Ты цела? Да. Как выскочил. Скорее бы их вытравить. Смотри, вот она! Давай, залезай. Давай. Ну все, поехали. Осторожно. Готово.
долбаная лестница оторвалась. Что делать? Что-нибудь придумаю. Ё-моё. Я пойду вперед, а ты за мной. Угу. Поняла. Ну вот, давай, прыгай. Ты меня поймаешь? Ловлю. Видишь, ты сама допрыгнула. Может, свалим уже?